Обращаем внимание на следующую информацию. С 21 октября на время проведения работ по реконструкции напорных канализационных коллекторов по улице Коммунистической будет организовано одностороннее движение в направлении выезда из города. В связи с этим движение городских и пригородных автобусных маршрутов в направлении центра города будет осуществляться в объезд улицы Коммунистической по улицам Варшавской и Горького и далее по своим маршрутам. Для индивидуального транспорта маршрут объезда будет организован по улицам Варшавской, Железнодорожной, с последующим выездом на путепровод и улицу Ленинская. Для удобства пассажиров остановочный пункт магазин номер 17 переносится на улицу Варшавская. При проведении работ полностью запрещена остановка и стоянка индивидуального транспорта по улице Варшавской. Просьба к жителям улиц Машерова и Варшавской не оставлять свой транспорт на улице Варшавская и не создавать препятствий для общественного транспорта.